Только что прочитал новость про тупой челлендж со стулом, который мужики типа не могут сделать. Буду пробовать. Иду за стулом. Вот стул, вот я. Так, на три шага. То есть не на три шага, а на три ступени отходим. Раз, два, три. И вместе. Упираемся головой в стену. Берем стул. И надо подняться со стулом. Ну и в чем проблема? Могу и повторить. Короче, херня это челлендж, мужики, которые не могут его сделать, какие-то не мужики, в общем. Пока.